Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся часы Amazfit Balance. Сейчас я покажу вам, как заблокировать сенсор. Итак, свайпаем вниз. Ага, у меня он заблокирован. Значит, для блокировки вообще часов мы свайпаем вниз, и здесь у нас есть такой значок, замочка. Вот, и нужно на него нажать. А если он горит у вас синеньким, то у вас будет блокироваться экран. Вот, для разблокировки мы зажимаем просто кнопочку. Также можно эту блокировку отключить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.